Всем привет! Ой, извини, братан. Короче, сегодня уже... Короче, какой там день? Сегодня 26-й, 5-й или 6-й день пребывания? Мой нос. Ужас какой-то. 6-й день пребывания в Моршанске я ничего не снимала. Молодец, да? Нет. Нет? Мы валяемся, сейчас время... Сейчас А мне скажу. тоже. 15-12 время. А мне тоже. Такие режимы с пятачками, потому что так нельзя А снимать. мне тоже. Все. Мы из обложки журнала. А мне только Вдвоем, двое. да? А мне только Ну, двое. поцелуй меня. Ну, поцелуй. Ну, не в плечо же, а в щечку. В щечку поцелуй. Ну, чьи батюшки. А мне только Сегодня двое. мы, наверное, поедем на дачу. Вот такие у нас А мне дела. надо поговорить. Поговори, давай, расскажи что-нибудь. Всем привет, мы сегодня в школе делали... Чего? Ничего. И ты мой карапузик. Ладушки, мы пошли, потом встретимся. Гуляем. Уже следующий день. 27 июля. Гуляем по Моршанску. Решили все-таки погулять, потому что на дачу мы сегодня не поехали. Идем на вокзал местный. Вокзал местный. Местный. Город состоит из гаражей. Одни местный. Гаражи. Сколько мы идем, одни гаражи. А? Улица гаражная. А? Вот. Короче, гуляем. Одни дома, маленькие заборики и гаражи. Идем, потому что мне нужно дофига всего что купить. Я надеюсь, магазин открыт, мы не знаем. Конечно. Не знаем, до скольки еще работает, идем просто рублей. На бум. Мам. Да-да-да. А что это? Так, он цветочки. А я не помню даже дети. А я тоже. Не, пошли прямо. Пойдем прямо. Мы не знаем. Мама здесь жила какое-то время. Я здесь не жила никогда, только на лето приезжаю и максимум. На пару дней и все. Мама жила здесь, когда училась в школе. Давай. Когда с папой встречаться начала. Да, здесь 4 года все уже. Давай. А в моем возрасте, кстати, она была. Да. Пятнашкой была. У меня тоже пятнашка. Ну. А моей маме сейчас 18. 18? 18,5. А мне 15. Она меня в 3 родила, установила. Потому что мы с ней не похожи. Я взяла просто большую. Да, да, да. Она мне большую родила. Я маленькая никогда не была. Гибрид. А мамка там... Это смесь балбеска. А я смесь большого с маленьким. Большого с ребенком. А ты? Разговаривать все равно до сих пор не умею. Вот сколько идем, гаражи, их видно прям вообще. И этот забор деревянный, шикарно. А еще и без косметики. Ну как без косметики, у меня брови накрашены. Вот это обязательно было там. Ну просто я чмо, чтобы не подумали, что я всегда такая, наоборот, подумали. Потому что я все маскирую. Пошли, короче, на вокзал Е. Чем с ним? Вот а мы продолжаем гулять. Дырище, и ты в нее прешь. Ну что ж ты за человек? Отличный момент. Что? Пришли, я еще немного расстроена, потому что пришли мы на вокзал, хотела купить себе духи. Хотела купить себе духи. Говорю, мне, короче, типа сладкие. Она мне дает. Она мне дает и дает самые дешевые, самые фу. Отлично. Я купила, конечно, но я купила тоже, конечно, не очень клевые. Вот. Еще купила братану машинку. Мам, покажи машинку, которую брата купила. Которую купила ему. Вот ту. Эту? Это 300 стоит, которая? Это 370. А, то есть я за 370 купила. Я купила за 300. Купила машинку. Ну ладно, получается. Дай мне ту. Я покажу. Купила брату машинку. Да, 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 да. А и мама там, купила там, да, другую, а ты, гад, железную. Вообще не хотел бы. Мам, тебе... Ой, вот такие у нас дела. Сейчас будем дальше гулять, не знаю, что будем делать. Где гулять? Тут. О, я как-то в лесу, на самом деле иду по городу. Вон там дома. Это вот такой вот город. Состоит из всего из растительности, гаражей и мусора. Шикарно. Мама идет, танцует под музыку от машины.
А грязная шапка какая. Вам передай привет всем. Всем привет. Шикарно, опять. Я уже махала руками. Да. Все, ладушки. Увидимся. В общем, день подходит к концу. Да? Да. Пришли мы уже жарюки. Мне голову, конечно, нагрело, мне так хреново было. Сейчас уже лучше стало на самом деле. Время-то у нас уже 7 часов. Будем мыть пищу. И спать. Да, сейчас будем все идти в душ, отдыхать. Кто что делает, кто смотреть. А мне тоже поговорить. Поговори. Всем привет, мы с Виталием в бассейне покупали машинку. Покупали машинку. Сейчас, значит, кто будет смотреть мультики, кто будет читать книгу, кто будет купаться. Короче, всем пока, да? Да, всем пока. Кто-то сидит и жрет. Пока. А мама торт сидит жрет. Тебя видно там? Угу. Ну, ты видишь себя? Угу. Все, пока. Ну-ка, вот сделай поцелуйчик воздушный. Воздушный поцелуйчик, давай. Фу! Сидела вот так вот.